Полезный город. В серии наших программ мы с помощью экспертов даем кировчанам ценные профессиональные советы о том, как действовать на рынке недвижимости, к специалистам какого профиля и с какими вопросами можно и нужно обращаться. В нашей студии Ангелина Загайнова, специалист по недвижимости риэлторской компании «Регистрационное бюро». Ангелина, добрый день. Здравствуйте. Чем риэлтор поможет при покупке квартиры? Вот это первый вопрос. Вопрос на самом деле важный. Приобретая квартиру, покупатель исходит из личных параметров желаемой квартиры, руководствуясь опытом личным, либо своих знакомых. Как правило, внимание сосредоточено на картинке. А работа со специалистом проходит с более расширенными границами. Это и варианты планировок, и ликвидность объектов для продажи в последующем выгодно, отзывы клиентов о домах, где предлагаются квартиры, также репутация застройщиков. Следующим этапом работы является ведение переговоров с продавцом о возможности выгодного приобретения квартиры для покупателя. Проводится правовая экспертиза юристом компании по выбранному объекту. Минимизируются риски на каждом этапе сделки. С каждым годом все больше людей работают с риэлтором по покупке квартиры. А если мы говорим об обмене недвижимости, то с чего здесь начинать? Обмен квартир лучше всего начинать с подробной консультации со специалистом. Почему? Именно на первичной встрече специалист сориентирует о путях решения квартирного вопроса. Что можно приобрести взамен продаваемого объекта? Сколько это будет стоить? Насколько широкое и интересное предложение сейчас? Требуется ли доплата? Да, если это улучшение жилищных условий. Какие условия у банков по ипотеке? Нужны ли будут услуги нотариусов или нет? Выстраивается алгоритм всей сделки и оценивается ее реальность и сроки. Анализируем, за сколько можем продать объект клиента, его ликвидность и сроки продажи. При сделках в обменах очень важно, чтобы продажа и покупка были одновременными и безопасными. То есть цепочка, чтобы выстроилась. Обязательно. Вот важно продавать и покупать одновременно, чтобы не получилось так, что продали и ничего не купили, не оценили свои возможности на покупку встречного варианта. Какая недвижимость пользуется спросом сейчас? Учитывая, что количество предложений на рынке города Кирова заметно сократилось за последний вот срок, да, полугода, спрос на квартиры есть. Одинаково хорошо пользуются спросом как квартиры с отличным современным ремонтом и мебелью в относительно новых домах, так и квартиры совсем без ремонта, но по доступной цене. Если говорить о количественных характеристиках, всегда есть интерес на однокомнатные квартиры в кирпичных домах, на двухкомнатные квартиры с изолированными комнатами и очень популярны на сегодняшний день евроформат от студий до евро. Трехкомнатных. Также тенденция 2020 года показывает увеличение спроса на загородную недвижимость. В любом случае, все покупатели разные, у каждого есть свои особенности и предпочтения. Поэтому на каждую продаваемую квартиру мы находим своего покупателя. Большое спасибо. Ангелина Загайнова, специалист по недвижимости риэлторской компании «Регистрационное бюро», давала нам сегодня советы. За живыми консультациями куда приходить? Офис у нас располагается по адресу город Киров, Спасская, дом 8. Записаться на консультацию можно по телефону 77 80 19. Полезный город.